Первая песня является продолжением первого блока, с которого начал Владимир Андреевич, пушкинского блока. Называется она «Песенка о дуэлях». Важно то, что в мире есть еще дуэли, на коих держится непрочный этот мир. Не важно то, что вы в итоге не убиты, не важно то, что ваша злость пропала зря, а важно то, что в мире есть еще обиды, прощать которые обидчику нельзя. Не важно то, что вас мутит от глупой позы, не важно то, что ты стреляться не мастак, а важно то, что в мире есть еще вопросы, решать которые возможно только так. Не важно то, что для дуэли нет причины, не важно то, что ссора вышла из-за дам, а важно то, что в мире есть еще мужчины, которым совестно таскаться по судам.